Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3 на 3 карта Морталис. Играю я за Некронов, со мной в команде за Имперскую Гвардию играет Цивилизатор, и за Космодесант играет Рагнарсон 121. Наши противники: за Эльдаров играет Райан Грин, за Тау играет Блади Монстр, и еще один Таусит Найт Стар. В общем, два Тау против нас. Найтстар заказывает себе командира Тау. Тут тоже идет командир Тау. И Эльдар. Очень много стрелковых отрядов, это значит. Так, заказывает темных жнецов Райан Грин. Рагнарсон ставит сразу два генератора, выводит командора. Цивилизатор тоже поставил один генератор, ставит свой пехотный штаб, застраивает посты потихоньку. Так, Райан Грин что-то уснул, его дозорные не захватывают точки. Я застраиваюсь генераторами, ввожу лорда Некронов. И в центр выходят двумя командирами Тау враги. Занимает кавер Найт Стар. Перепрыгнул невидимкой, начинает захватывать ключевую точку. Тут две ловушки были скинуты практически в одно и то же место. И эльдары пошли на космодесант, на Рагнарсона. Два пака темных жнецов Райан Грина. Заходят они в кавер и начинают перестреливать. Тут два командира Тау помогают. И я тем временем своим лордом перепрыгнул на базу Найт Стара. Ищу генератор, вижу генератор и начинаю ее потихоньку ломать. Тут снайперов прокачивает Рагнарсон, но под огнем темных жнецов он теряет своих снайперов. Ну, еще и два командира Тау. Рагнарсон просит помощи, вводит космодесантников. Но один отряд темных жнецов потерял Райан Грин. Тем временем у меня тут успешная атака. Найт Стар очень поздно заметил мою атаку. Скидываю сюда освеживателей, разрушаю ему второй генератор уже. Пытаюсь казармы поломать. Прыгаю сюда лордом, вижу в ближний бой командира Тау, скидываю еще освеживателей. Накидывают снова генераторы Найт Стар. Почему я пытаюсь уничтожить казарму? Чтобы он, наверное, не выводил ничего. Сюда направляются войска Блади Монстра и его командир. Скидывается еще один отряд свежевателей. Пытаюсь поломать эту ловушку сразу, чтобы она не мешала. Тут отряд свежевателей преследует воинов огня. Тут Скоробей снимает ключевую точку. Хотя бы оттянул из базы Рагнарсона. Так, забил на казармы. Начинаю ломать посты. И вот вводится крутый Найт Стара. Накидываюсь на генераторы, скидываю еще пак свежевателей. Тут лорд прыгает на воинов огня.
Минус генераторы. Цивилизатор вывел тяжелое вооружение. Пока что он занимает центр. Космодесантник захватывает реликтовую точку. Лорд преследует. Воинов огня нельзя им давать стрелять. Снова генераторы уничтожены. Найт Стара. Разбираюсь с крутами. И очень каленый у меня лорд Некронов. Перепрыгнул я назад, возвращаю все сживателей. Вполне успешная атака. Но я был все еще в Т1. Цивилизатор начинает отстреливать. Наблюдательный пост Блади Монстра. Найт Стар пишет спасибо своим союзникам. Так, войны огня начинают расстреливать тяжелое вооружение. Отряд командования бежит. Вязать командира Тау. Ну и темные жнецы Райан Грина тоже подбежали. Так, Блади Монстр сделал крутов. Так, потери у нашего гвардейца. Я потерял тот скоробеев, не заметил. И космодесантники, видимо, идут сливаться у Рагнарсона. Куда же еще они идут? Да, вот чуть-чуть посливался и назад возвращается. А, у меня новая атака. Я прыгнул на базу к Райан Грину, пытаюсь уничтожить ему Т2. Направляюсь сразу лордом вязать темных жнецов. Засветил. Космодесантники тут отвлекают. Ломаю тут генераторы. И очень больно моему лорду. Тут и войска Тау стреляют. К сожалению, потерял я лорда. Мы перетянулись сюда снова все вражеские войска. У меня, видимо, не было телепортов. А вот только появился и отступил с выживателем. Переходил одновременно в Т2. Так, и ну и Райан Грина есть Василиски. Начинает он обстреливать всю эту пехоту. Ставит техническую станцию. Блади Монстр в Т2 переходит Найт Стар. Очень поздний переход, благодаря мне. Ну и Райан Грин тоже вынужден заниматься ремонтом. Потерял пару генераторов. У него вообще генераторов не осталось. Но есть технопортал. Два Тао, Василиски обязательно. Вообще даже против одного Тао, если играешь, все равно необходимо Василиски выводить. Тут спам космодесантников у Рагнарсона. В Т2 переходит. Я в Т2 перешел, поставил турель на всякий случай. Поднял своего лорда. И прыгаю я на базу к Блади Монстру. Скидываю сюда свежевателя. Теперь очередь атаковать этого Тау. Прыгаю, чтобы засветить. Засветил. Так, заряжаю заградительный огонь по моим свежевателям. Больно, больно. Очень больно. Но он также и нанес урон по своим генераторам. Так, ну, минус 2 генератора. Третий генератор вроде не успею уничтожить. Уже телепорта не было у свежевателей, так как только скинул их. Отпрыгнул лордом.
Все это делается для того, чтобы дать возможность гвардейцу протечиться, который находится посередине. Некроны очень хороши, чтобы развлекать. При этом спокойно течешься. Выдвигаются в центр враги. Снова тяжелое вооружение под обстрелом воинов огня. Лучше это тяжелое вооружение поставить возле василисков, потому что на них будут прыгать невидимки, и тут нужен засвет еще. Ну, турели, либо отряд командования всегда должен стоять. Вот невидимки прыгают сюда, они целенаправленно идут на василиски. И будут спокойно разбирать, застанет ли. Веду я скоробеев, чтобы подсветить этих невидимых. Я-то знал. Начинаю вязать, они подсвечиваются. Вот, наконец-то решил поставить турель цивилизатором. Ну, хотя бы одного василиска мы спасли. И запускает спам дроидов на Т2, на Night Star. Решил он на 5 генераторах, на 6 генераторах на Т2 на спамить предвестников. Прокачиваю турели. Тут тауситы осмелели. Идут на меня. Так, скоробеи погибают. У меня был уничтожитель, к сожалению. Ну и второй уничтожитель. Я тут лордом перепрыгнул к нему на базу. Уничтожители разбираются с пехотой. Дроидов отстреливает турель. Отстреливаю следопытов у Night Star. Воинов огня. А, тут лордами пошел Райан Грин на базу цивилизатора. Поломал его василиски. Поставил марсианский центр. Тут наглый Райан Грин пытается поставить свои звездные врата. Я лордом вернулся к себе на базу, чтобы невидимых тут уничтожить. Ну и тут сижаки развлекали войска Тау. Вводится карающий меч. Тут у Рагнарсона серые есть. Потерял практически все свои войска Блади Монстера. Неуклюжая атака. Переходит он в Т3, играет через Кауйон. Night Star даже не собирается переходить. Я начинаю клепать свежевателей. Снова прыгаю на базу к Night Star. Пытаюсь поломать генераторы, тут добить наблюдательный пост. Ремонтирую уничтожителя. Ну, сюда огненные драконы подбежали, поэтому уничтожителем я отступил. Так, лорд у меня попал в ловушку, очень неприятно. Перепрыгнул под воин, прямо на воинов огня. И снова неудачная атака.
Потерял я лорда, потерял свежеватель. И вот он, карающий меч, которого мы так долго ждали. Но через манка играет, кстати, Bloody Monster. Переходит Т4. Снова атака на базу Найт Старом. Перебросил сюда с темных жнецов Райан Грин. А цивилизатор начинает обстреливать Эльдара. Тут круто и уничтожается, я пытаюсь добить предвестника, который спамит постоянно. Так, кризис прилетело от Bloody Monster, сюда десант космодесанта падает. Космодесантники, серые рыцари. Еще череп-разведчик. Поднял своего лорда, засветил, забрасывает сюда орбитальный удар космодесантник. Тут все сживатели развлекают. Пытаюсь кризиса зарубить. Найт Стар пишет GG. Ну тут Эльдара, на Эльдара давят. А Bloody Monster выводит свой танк Рыбомол. Уничтожитель подошел, расстреливает воинов огня у Найт Стара. Отступил лордом, сваливаю. Новый десант прилетел от космодесанта. Падают кризисы у Bloody Monster. И вот он, первый танк Рыбомолот. Пытается прикрыть Найт Стара. Но зато нету генераторов, теперь нечего спамить, нечем спамить дроидов Найт Стару. Вы, наверное, спросите, почему я так сыграл, плохо чесился, почему постоянно бегал. Туда-сюда. Дело в том, что против нас играли два Тау, ребята. Я всегда говорю, если дать возможность протечиться этим двум Тау, они просто на Т2 могли бы нас совместно с Эльдаром снести. Расплюнуть. Беззащитный космодесантник. Ну и Некронос несложно пробить. Остался бы только гвардейц, но потом он один ничего бы не сделал. Двум Тау надо обязательно мешать развиваться, постоянно их напрягать, постоянно делать какие-то ненужные войска, заставлять их отвлекаться. Поэтому у меня был план такой, против Тау нельзя застаиваться, надо их постоянно давить, давить, ломать, ломать их. Если хотя бы дать им протечься до Т2, каждый Тау сделать по 3-4 отряда воинов огня, и просто пойдут, займут центр и вот станут широким строем и разнесут всех нас. Ставлю энергетический контур, ну, дальше развиваться смысла не было. Тут Эльдар практически уничтожен.
А, я тут попросил энергию, чтобы поднять свой монолит. Ну, Райан Грин тоже уничтожен. Остался Блади Монстр. Ну, он тоже уничтожен. Мой монолит не успел приехать. Цивилизатор по армии набирает 1205, Рагнарсон 1120, я набираю 645, Райангрин 75, Найтстар 485, Блади Монстр 285, Цивилизатор убито 110, потеряно 19, уничтожено здание 14, потеряно здание 2. Рагнарсон убито 56, потеряно 47, уничтожено здание 23, потеряно здание 0. У меня убито 79, потеряно 100, уничтожено здание 14, потеряно здание 2. Райан Грин убито 28, потеряно 77, уничтожено здание 2, потеряно здание 22. Найт Стар убито 62, потеряно 107, уничтожено здание 2, потеряно здание 14. Блади Монстр 76 убито, потеряно 61, уничтожено здание 0, потеряно здание 15. Топ-1 по ресурсам занимает Цивилизатор и самый технологичный Рагнарсон. Вот такое вот сражение. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, заходите на стримы. Всем мира и спокойствия. Пока-пока.